А мы двигаемся дальше. Я попытаюсь промодерировать себя самостоятельно. Меня зовут Дулебский Александр, я являюсь основателем агентства ArtSight, и мы занимаемся интернет-маркетингом с 2009 года. Собственно, коллеги рассказали несколько сторон о контент-маркетинге. Я сегодня расскажу свое видение, да, то есть этого видения достаточно много, вот оно у меня свое. И эта история будет полезна в основном для такого малого и среднего бизнеса, у которых нету огромных бюджетов, как у Skyeng, да, у которых нету огромного количества подписчиков. И, собственно говоря, в этих реалиях, да, а как же использовать контент-маркетинг как канал привлечения клиентов? Вкратце о себе я представился, давайте теперь немножко о вас. Поднимите руку те, кто являются основателями бизнеса, либо предпринимателями, а кто вот владеет, да, вот предприниматели. Да, спасибо. А кто является маркетологами, директорами по маркетингу? Угу. А все остальные постеснялись или по какой причине? Да? Руководители, просто руководители. Соответственно, сегодня я расскажу о некую историю, которая, да, позволила изменить мое видение контент-маркетинга и маркетинга в целом. Сейчас к нам часто обращаются, да, с такой проблемой, что стандартные каналы привлечения клиентов становятся менее эффективными. Да, что я имею в виду под стандартными каналами? Джентльменский набор, посадочные страницы продуктовые, дальше на него заливается трафик из контекстной